Вечера доброго, дамы и господа, как говорят на некоторых странных радиостанциях, вечера доброго. В сущности, в интернете не бывает ни утра, ни вечера, ни дня, поэтому смысла обозначать время суток совершенно нет. Здравствуй, дорогой друг, меня зовут Артем Дмитриев, это Чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. 16-й год в эфире. И мы продолжаем. Лето 2023 года, как говорят в народе, отгремело. Ну а мы-то остались, и впереди нас ждет осень, зима, весна и снова лето. Давай сегодня подводить итоги этих самых трех месяцев, самых желанных в году. Июня, июля и августа 2023 года. Перед тобой абсолютно свежий чилл. Хотя не такой уж и свежий, просто потому, что эти треки ты где-то слышал. А именно в выпусках, которые прозвучали этим летом. За каждый трек отдан голос в официальном сообществе Chill ВКонтакте, в котором много-много людей. Я приглашаю тебя оттуда незамедлительно вступить. Мы там действительно каждую неделю голосуем за лучшие треки. И вот сегодня такая обзорная экскурсия на то, что с нами приключилось. Твои волосы и серпантина, и ты делаешь вид, что уснула. Закрывайся от этого мира, закрывай свет спинкой у стула. Все вокруг возмутительно тихо, только в окнах слышны малолетки. Они стреляют себе сигареты, смеются на лестничной клетке. Это все, это мираж, или я не в тебе. Проехал этаж, проехал этаж, проехал этаж, проехал этаж. Это все, это мираж, или я не в тебе. Проехал этаж, проехал этаж, проехал этаж, проехал этаж. Я терпеть не могу эту песню, что не радио, машина пела. С ним спорить так неинтересно, мне вообще не до этого дела. Что от слов и проклятий здесь толку, даже если царапать их в лифте. Я не знаю, как кушать кнопку, мне из этой кабины не выйти. Это все, это мираж, или я в лифте проехал этаж. Проехал этаж, проехал этаж, проехал этаж. Это все, это мираж, или я везде. Проехал этаж, проехал этаж, проехал этаж, проехал этаж. Хорошие новости для всех, кто слушает Chill, является то, что мы запустили круглосуточное радио. Радио Chill. 24 на 7, 365 дней в году. Все, что мы так любим, на одной радиостанции. Радио Chill. На официальном сайте она ждет тебя. chillrussia.ru. Просто нажми на play. Ritmo.
ya, but as I enter, I'm on the party starter. Party starter, the party starter, the party starter. Tell me, are you ready, yo? Are you ready, yo? You're ready, Latino. Listen to the Dore Mi Do Paso Latino, Paso Latino. Hey, yo. Tell me, are you ready, yo? Эти три месяца, как и все предыдущие, наполнены невероятными событиями. Кто-то отправился в отпуск, кто-то отправился на фронт, к сожалению. Все продолжается, и в этом смысле 2023 ничем не отличается от 2022 и 2021, хотя в некоторых кулуарных разговорах я слышу следующие мысли. Пожалуйста, верните 2021, когда был коронавирус, когда мы просто сидели дома, смотрели ютубчик, кинофильмы, кушали вкусненько, и ничего нам особо не угрожало. На это я отвечаю. То, что прошлое всегда выглядит безопасно и уютненько, не случайно. Мы его уже прожили, все проблемы решены. А вот что нас ждет впереди, та самая неопределенность, которой переполнено бытие. Сейчас музыкальная программа «Chill». И здесь и будет сегодняшняя точка опоры. «Best of Chill» — лучшее за лето 2023 года. По-прежнему зовут Артем Дмитриев, моя улыбка освещает мое лицо, и эта радость, надеюсь, передается и тебе. Просто потому, что в последние 2,5 недели этого ушедшего от нас лета я побывал в разных-разных городах, передаю привет Калининграду, Зеленоградску, Анталии, Самаре и, конечно, Москве. Все эти города имели честь видеть меня на своих улицах. В Калининграде меня ждали соревнования, в Зеленоградске потрясающей красоты набережные, в Анталии я валялся на пляже, в Самаре пил винишко,
а в Москве мог под дождем. И вот теперь я в Петербурге и делаю новый выпуск музыкальной программы «Chill», который называется «Лучшее за лето 2023-го». Экономлю твое время. Если ты не слышал все предыдущие выпуски, вот тебе один, в котором все самое лучшее. По-прежнему продолжают поступать тревожные новости с разных концов планеты. В этом смысле я хочу спросить тебя, а когда было по-другому? В чем новинка этой ситуации? Новости, тревожные или радостные, будут присутствовать в нашей жизни всегда. Наша задача — сохранять баланс, искать тот самый чил, за которым, в сущности, все мы гоняемся. Ведь чил — это кристальное, изумительное и особое счастье. Есть ли оно на планете? Вопрос к тебе. But you don't even know my name. I really wish you were obsessed. Nothing regular, regular gal, what you need? Blunt, me will take you high like the weed. Replacing feelings with a bag Louis V. So G, me I tell you run the money. Obsessed with my pretty pink flesh. When I'm outside, it be getting oppressed. Hot gal body look like it live in a gym, you know. Ain't gonna submit to a man, I ain't no beginner. No, oh, man, I stress over boys. I can do without them cause I got my toys. Yeah, all you niggas are dogs. So when you get this pussy, I put you in all fours. Whoa, you need a big man. Aston Martin, big mansion, no apartment. I give you working for this loving. High hopes, but it's all for nothing, yeah. I miss you every single day, but you don't even look my way. I really wish you were obsessed with me. I miss you every single day, but you don't even know my name. I really wish you were obsessed with me. You don't even notice when I touch down in your city. I used to be top of your mind. My heart, you would hold it close to you when you were with me. But now someone's taking your time. Baby, I waited for you to come to your senses. Say that you need me. Tell me what are the chances.
I miss you every single day, but you don't even look my way. I really wish you were upstairs with me. I miss you every single day, but you don't even know my name. I really wish you were upstairs. Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, находящийся в городе Санкт-Петербурге, в самом центре этого города. Там мы занимаемся разными вещами, но самое важное — это музыкальные поздравления. Действительно, особый подарок для особых ценителей, для тех, кто хочет поздравить любимых с днем рождения, с годовщиной отношений, с Новым годом оригинальным способом. Музыкальные поздравления. Действительно небанальный подарок от создателей Chill. Подробности и заказ на сайте студии artdmitriev.ru. Приглашаю. Если ты уйдешь, забери мое сердце. Если ты уйдешь, знай, что мне не согреться. Если ты уйдешь, я сожгу все, оставив память. Если ты тебя нет рядом, слышишь, бэй, эй, эй. Тебя потерять — это худший для меня сценарий. Эй, 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 тебе совсем не жаль. Ты, видимо, нашла повод, чтобы сбежать. Ты заставляешь мои чувства громко кричать. Так я прошу тебя, пойми, прошу тебя, пойми. То, что между нами, это точно не случайно. Я только с тобой в холод даже вижу. Пойми, 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 пойми. Я прикоснусь рукой, весь мир будто замер. Но если ты уйдешь, но если ты уйдешь, забери мое сердце. Если ты уйдешь, знай, что мне не согреться. Если ты уйдешь, я сожгу все, оставив память. Если ты уйдешь. Как ни странно, в этом году я улыбался больше, чем в предыдущие, хотя, казалось бы, общий фон совсем не располагает к этому. Однако жизнь всегда продолжается во все времена и во всех жизненных ситуациях. Мы живы, относительно здоровы, и все обязательно будет чилл.
одна мысль пришла мне в голову, пока я перемещался по планете. В очередной раз я сменил одну страну на другую и обратно, всматривался в лица людей, которые живут в разных концах планеты, и общее между нами одно. Все мы хотим жить, и все мы хотим жить счастливо. В конце концов, я не видел ни одного города, который хочет жить плохо. Везде люди хотят радоваться жизни, вкусно кушать, гулять по набережным, есть мороженое и растить детей. И это нормально, и это хорошо. Рано или поздно везде будет безоблачное небо, и все обязательно будет чил. Жизни. Лето 2023-го. Best of. Чем хороша музыка? Это тем, что может вернуть нас в те самые ситуации и состояния, в которых просто так не оказаться. Своеобразная машина времени — это ваша музыка. С детства я использую этот метод, чтобы предаваться самым романтическим воспоминаниям. Музыка — это якорь, который ведет меня на самую глубину моих переживаний и чувств. Надеюсь, и во всяком случае, читая твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, с тобой происходит ровно то же самое. Пожалуй, именно для этого я и создаю чил. Oh, is it a shame
jump in the car and they're down at the body of blurry. Don't know when to stop till you take it too far. I know where you are and I'm left in the dark till I'm worried. Ooh, it hurts me. Действительно, традиция длиною в 16 лет. Тогда, в августе 2007 года, я задумал челлендж. Каждую неделю я буду делать новый выпуск, в котором будет самая красивая музыка на свете. Ну и, конечно, приправленная моим голосом. Я разыскиваю эти треки по всем закоулкам интернета. И не только. Раньше это были компакт-диски, а сейчас, конечно, стриминговые сети. Однако все это делается вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, находясь в собственной студии. Чил — рукотворное произведение. И, надеюсь, так и будет впредь. На прошлой неделе я прочитал, что наконец-то нейросети с легкостью заменяют голоса, и всех людей, которые озвучивают что-либо, ждет забвение и смерть. Это, конечно, очень грустно, однако надеюсь, что наша человеческая нота, наши человеческие взаимоотношения с тобой останутся неприкосновенными. И в мире нейросетей, искусственного интеллекта, компьютеров и смартфонов все-таки мы найдем друг друга. Это чил. Только живое. Мир злой догонит и смоет. Можешь сидеть и ждать или лететь с волной. Мир злой, но он того стоит. 100 дверей в пропасть ради одной, кто меня дома. Хочешь отбиться от рук, хочешь сбиваться с ног. Мир твой, и он сейчас стонет. И это пройдет, и это пройдет. Это лето было действительно разнообразно. Будет интересно почитать твои комментарии во всех социальных сетях, от Инстаграма до Телеграма. Как ты проводил лето и под какую музыку? Что именно с тобой происходило? Мой короткий эпизод. Готовя очередной выпуск музыкальной программы «Чил», я как раз тогда находился на детоксе в глубоком-глубоком лесу. Я выкинул на помойку свой смартфон, и только музыка, лес, велосипед, я и мои мысли, и все. Светит ярко солнышко, мне тепло, меня обдувает свежий ветер. Короче, жизнь удалась. И такой чил сегодня. Oh, I'm on one. Are you taking all how you have a label? Girl, I know they want you. If to say I no see anything in you. I no go reason 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 you. You the heat in my processor. Should not you wear the shift in my heart? I'm a medal. Tell me
me, what can I do? If to say I no see anything in you, I no go reason 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 you. Oh, that came me long ago. I don't turn laughing stock to my friends. Say superstar boy like me. For one girl, I just did for myself. You are special to me. I no fear is in you less. You dey charge me like on me from the day where I see you. Lily shining, I love that dress and the person in me. To my feelings, all who are gonna save vis-a-vis credit. I'ma give anything you want, tea, I could give you like say I be genie. Anyway, you dey move, it be like say you get boyfriend. I say make I ask you. Oh, I'm on what are you taking or are you available? Girl, I know they want you. If to say I no see anything in you, I no go reason 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 you. You dey hate in my process, so should not you with the shift in my heart and my mind. Tell me what can I do? If to say I no see anything in you, I no go reason 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 you. Girls, if I me on to globally, you see me best and then you know go love it. This in the most me, the best for me, cause I hate it to see. Girl, I'm sorry, I be here for everybody. Shina money, they come, baby, kill low call me. Melaline shining, I love that dress and the person in me. To my feelings, all who are gonna say vis-a-vis credit. I'ma give anything you want, tea, I could give you like say I be genie. Anyway, you dey move, if like say you get boyfriend, I say make I ask you. Oh, I'm on what are you taking or are you available? Girl, I know they want you. If to say I no see anything in you, I no go reason 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 you. You dey heat in my process, so should not you with the shift in my heart and my metal. Tell me what can I do? If to say I no see anything in you, I no go reason 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 you. Сентябрьским днем подводим итоги ушедших 3 месяцев лета 2023 года. Наверное, мы будем вспоминать его как одно из самых тревожных лет за последнее время, и ты сам знаешь почему. Надеюсь, что спустя год ситуация будет совсем иначе. Или наоборот. Я буду говорить: дайте мне 2023, тогда было попроще, а вот теперь, когда инопланетяне вторглись на Землю, теперь-то точно трэш. Soon, see the truth, reunite beneath the blue.
Кстати говоря, получаю комментарии о том, что мое общение внутри музыкальной программы Chill с тобой совсем изменилось. Раньше было другое, более искусственное, а сейчас я как будто с тобой действительно говорю, более такое естественное общение. Да, действительно, признаю, я записываю Chill буквально вживую. И мне кажется это ценным, особенно учитывая искусственный интеллект, который проступает сквозь интернет и наступает на всех нас. И «Черное зеркало» — самый сериал, в котором все предсказано, как будто бы снимается вместе с нами в главной роли. Напиши мне, мне также интересно послушать, как тебе подобная подача материала и подобное общение с тобой, более естественное, более живое. И, надеюсь, тебе заходит. Это Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
Привет, Артем. Хочу от тебя ребенка. Не единожды я получаю подобные сообщения как раз в социальной сети. Без названия «Хочу от тебя ребенка». Читать такое приятно, безусловно. Что с этим делать, не очень ясно. Благодарю за доверие. Надеюсь, ты, дорогая девушка, не делаешь свое суждение, опираясь только на мой голос. У меня есть еще много всего другого. Не факт, что тебе понравится, потому что я обычный, живой человек, который делает чил. Entiendo que todo en lo que yo creo en algún momento se escapa de todo sentido, de toda noción. No sé ni cómo leer este mapa que me da pistas de lo que soy. Итоги лета 2023 года. С одной стороны, они музыкальные. К сожалению, многие артисты перестали творить и перестали выпускать новые треки. Во всяком случае, в Российской Федерации это очень-очень грустно. В Украине то же самое происходит. Однако остальной мир продолжает творить. Например, в рамках выпусков Deep мы послушали просто потрясающий Deep House, под который не просто хочется танцевать, а хочется жить. Впредь обязуюсь разыскивать эти самые треки по сусекам и экономить твое время. Предлагать тебе эту музыкальную подборку вместе с моим голосом, как выясняется, это основная ценность внутри музыкальной программы Chill. Ну, в какой-то степени соглашусь, потому что интернет повсеместно всех сделает из нас роботов, и что-то человеческое будет нам чуждо, наконец, к сожалению. Короче, спустя 3 месяца будет новый Best Of, а я начинаю новую главу сентябрьским днем. Впереди продолжение приключений, в которых все обязательно будет чил. По твоим следам, ты мой мираж, ты так близко. Вокруг тебя искры горят, и я иду за тобой. Прочитай по глазам, представь, что в этом мире нас двое. Твой любимый трек стоит на повторе. Но небо между нами. Тихо по слогам скажу привет. Я искал твой взгляд так много лет. Это так важно нам, что я нашел тебя. Мы на расстоянии темноты, даже среди полной пустоты. Это так важно. Прикоснуться.
небо между нами. Тихо по слогам скажу привет. Я искал твой взгляд так много лет. Вселенная со мной, чтобы летать, но небо между нами. Тихо по слогам скажу привет. Я искал твой взгляд так много лет. Это так важно нам, что я нашел тебя. Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, где мы занимаемся звуком. Я приглашаю тебя на официальный сайт студии artdmitriev.ru ознакомиться с тем, что мы умеем делать лучше всех. artdmitriev.ru. Оставляем заказчиков довольными уже много лет. Ждем только тебя. Приходи. Says she tired, little money, need a big boy. Pull up 20-inch blades like I'm Lil' Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, 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 G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of toys. 720S pumping Fall Out Boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning. See the heat glue in my mouth and I be grinning. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like that shit Dumbo, yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the. When I got guap, all of y'all disappear. Before I drop Sony, none of y'all really care. Now they always say congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this shit. Used to have a lot, but I got more now. Made another hit, cause I got bored now. Always going for it, never pump fourth down. Last call, Hail Mary, Prescott, touchdown, hey. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. На сегодня практически все. Надеюсь, что мой голос и эта прекрасная музыка были услышаны тобой, в конце концов, без тебя, и что не имеет смысла. Обратная связь и контакт – вот что самое важное в медиамире. Мы услышимся спустя неделю. Я готовлю для тебя в новом сезоне много всего прикольного. Как говорят в интернетах, много всего интересного. И это действительно так. Не переключайтесь, как говорит Малахов. До встречи. Пока. Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил. Thank you.
Thank you.